4 пальчиков, ну кому-то 5 пальчиков. И сейчас они окажутся здесь, с вашей поддержки, конечно же, с номера «Ромашка». Загадывайте желание, оно обязательно сбудется. Встречайте бурными аплодисментами наш младший состав. This is a song and a clapping game. It's so much fun to play. You can do it with a group. You can do it by yourself. You can do it most every day. Just listen now. Have you got it? Your turn to try the clapping part. You can do it real loud or do it real soft, but get ready because we're going to start. Here we go now. Once more now. Ooh, I think you got it. The good thing about this clapping is that the rhythm will never, never change. But the things we're about to clap on may seem a little strange on your tummy now. On your shoulders. On your knees now. On your hips now. Great! One more time. Here is the end of the clapping song. It's sung in many lands. Just to make us feel good about the very last time, everybody clap with your hands. Here we go now. Last time now. Oh yeah! Hurrah!
самые громкие, самые продолжительные, самые благодарные, самые восторженные аплодисменты в адрес таких чудесных артистов, которые покорили нас своей непосредственностью. И сегодня мы благодарим каждую из них, и каждый из них вручаем диплом. Диплом участницы коллектива «Параллелька» за их первое выступление, за их первые, может быть, еще не совсем уверенные, но шаги в большое танцевальное будущее. Провожаем аплодисментами! Глядя на них, мы вспоминаем себя, вспоминаем, как мы делали первые шаги в каком-либо искусстве. Здорово, если оно у вас тоже было связано с танцами. Ну и, конечно, средние и старшие группы, которые выступали до этого, также приходили в коллектив где-то в таком возрасте. Что-то получалось, что-то нет, а давайте сейчас этот вспомним. Внимание на экран, несколько прекрасных кадров. Победам. Но чтобы прийти к этим победам, нужно много испытать. Нужно пройти много трудностей. Но они, наверное, не сравнятся с теми, которые могут доставить вам маленькие назойливые насекомые, которые называются мухами. От них иногда совсем не отвертеться. И вот сейчас такая муха будет представлена средней группой коллектива «Параллелька». Призерами многих танцевальных конкурсов. С удовольствием наслаждайтесь. Муха!
Еще громче поддержим наших участниц средней группы. Тем более, что сейчас они расположены здесь для того, чтобы получить заслуженные дипломы. И под ваши аплодисменты мы готовы их вручать. Черниковой Злате. Диплом получает Телюк Мария. Саленкова Милена. Абакумова Василиса. Ванюшкина Виктория. Лобушева Алиса. Алмазова Полина. Степанова Виктория. Пивина Ксения. Липатова Мария. Кобозева Нина. Отрепьева Александра. Романова Варвара. Спасибо большое вам за поддержку. И весь состав средней группы, который исполнял «Танец муха», мы приглашаем. Ну, дальше уже за кулисами готовиться к чему-то еще. Ну, а далее мы переходим к времени года весна. Это всегда начало новой жизни. Природа просыпается, птицы создают пары, речка разгоняет лед. Также и начинающие танцоры маленькими шагами входят в новый творческий мир. На сцене группа в возрасте 5-7 лет с номером «Весеннее дерево». Наших артистов в возрасте 5-7 лет, для которых у нас также готовы дипломы. Под ваши аплодисменты мы награждаем. Награждается Люба Кузина, Катя Попова, Таисия Востригина, Ульяна Кондрашкина, Алиса Назарова, Вероника Козов, Лера Подпаринова, Ирина Панина, Даша Ернишина. Спасибо им большое, спасибо за ваш номер, за вашу любовь к танцам. Ну, теперь можно бежать за кулисы и делиться
своими наградами самыми близкими. Ну и, конечно, хочется рассказать немножко об истории. Сейчас здесь появятся вновь очередные воспитанницы-параллельки, которые, ну, достаточно давно в коллективе, потому что многие из них еще занимались, когда в старом здании проходили тренировки. Теперь тренировки проходят в Озоне на Колхозной 11, и от совсем маленьких, может быть, ничего не понимающих, они стали настоящими артистами. И совсем недавнего времени коллектив приобрел новое название. Теперь это коллектив спонтанной хореографии. И это название очень подходит нашим артистам. Сейчас мы это докажем, и вы в этом убедитесь, увидев один из любимейших номеров параллельки. «Коробка со всякой всячиной». Если кто-то готов своими подарками, выбегайте.
Мы благодарим Полянскую Полину, Корсакову Александру, Валейко Анну, Игнатову Валерию, Индееву Богдану, Бокову Владиславу, Павлову Валерию, Малашину Василису, Ефимову Валерию, Каминскую Ксению, Бембель Киру, Овчинникову Юлию, Антоненко Марию, Сиздемирову Юлию, Кузнецову Варвару, Дианову Злату, Кобызеву Веру. Ни о ком мы не забыли. Спасибо вам большое. Можно отправляться за кулисы, готовиться к чему-то еще. Да, они уже знают не только тонкости танцевального искусства, но и актерского мастерства. Очень эмоциональные, очаровательные. И название «Параллелька», оно как бы было интегрировано от взрослого названия коллектива «Параллель», которому, кстати, тоже скоро очень значимое число исполняется – 15 лет. И это произойдет, спасибо большое, что вы в курсе, 2 июня в 18:00 в РДМ. Поэтому мы всех вас еще раз приглашаем. Я надеюсь, вы, конечно, уже и так взяли билеты, выбрали самые удобные места, но мало ли, знаете, что еще места есть. Мы вас будем рады видеть на концерте. Ну и, конечно же, самое приятное, что у коллектива один и тот же руководитель, и у параллельки, и у параллели. Поэтому сейчас под ваши бурные, шумные, я приглашаю ее на сцену. Катерина Фадеева! Всем привет! Очень для меня вещь. Я поняла недавно, наверное, это очень сильно, что как важно, когда с тобой есть твои люди. Они как-то находятся с вами, я не знаю, как это происходит, они как-то к тебе тянутся, ты к ним тянешься. И когда вот вы вместе, вы, конечно, сила. Спасибо, что со мной мои люди, я вам очень благодарна, моим родителям, моих детей, моим прекрасным детям. Я вас всех очень люблю. И думаю, что нас ждет с вами долгая танцевальная жизнь. Спасибо! Thank you.
красоты, изящества, некой романтики от шума моря, вполне возможно, легли здесь на этот зал. Да, лунная дорожка была представлена вашему вниманию. Можно еще раз поаплодировать нашим артистам, которые смогли нас погрузить в новую особую атмосферу, испытать новые чувства. Ну а далее здесь готовятся оказаться те, кто поменяет наше состояние в контрастном направлении. Им 4-5 лет, и сейчас они представят нам веселую дискотеку. Наслаждайтесь и танцуйте вместе с ними. Группа в возрасте 4-5 лет. Очаровали нас целиком и полностью, устроили веселую дискотеку. Вашему вниманию Алиса Белякова, Настя Бодрова, София Гюльзадян, Анна Бодрова, Алла Гюльзадян, Полина Галкура, Агата Иванова, Кира Ломовицкая. Еще раз им шумные. Пускай привыкают и чаще оказываются на сцене. Спасибо вам большое. Забегайте за кулисы. С одной стороны, можно сказать огромное спасибо параллельке, педагогам, руководителю. Но с другой, ничего бы не вышло, если бы не было совместной работы. Совместной работы тех, кто дома всегда рад новым открытиям своих детей. Кто с удовольствием смотрит, как они показывают новые связки, комбинации, рассказывают чудесные истории. И тоже с горящими глазами говорят, что да, я бы тоже хотела, наверное, или хотел станцевать. Сегодня они оказываются не в тени зрительного зала, а на сцене.
и приведут вас в полный восторг. Это приятно, когда родители берут пример со своих детей. Поэтому вашему вниманию. Удивительный родительский номер встречает. Танца, который мы наблюдаем все 5 лет.
Давайте шумите, шумите в адрес Екатерины Фадеевой, которая всю себя посвящает коллективу, танцу и будет продолжать это делать с удовольствием, безусловно, только с вашей поддержкой, с вашим участием. Но вот именно на этой такой кульминационной для паралитики ноте мы завершаем выступление, которое приурочено к пятилетию коллектива «Параллелька». Желаем новых успехов, новых дат, новых открытий. Вот теперь у нас появилось еще «Параллелище», и номера от него мы тоже будем ждать с нетерпением, не только на отчетные концерты, но и, может быть, где-то на фестивале. Ну, а далее что-то еще. Сегодня...